Всем привет! Ну вот прошел еще один месяц, и пришло время рассказать вам, что я натворила за октябрь. Да, натворила я достаточно много. Как ни странно, я, пожалуй, выполнила все планы, которые у меня были на октябрь месяц. Это удивительно и очень приятно. У меня очень много завершенных работ в этом месяце. Это, наверное, какой-то мой такой личный рекорд по завершенным работам за месяц. Да, часть из них, конечно же, совсем небольшая, где-то оставалось, может быть, совсем не так уж много, но, тем не менее, вот так вот сложились обстоятельства, так случилось, что завершенных работ много. Ну что ж, давайте с завершенных работ и начнем. И начать сегодня я хочу не с вышивки, а вот с этого милого замечательного зайчика, который у меня совсем недавно был сшит. Я его сшила вот буквально на этой неделе. Мне кажется, он очень милый, очаровательный получился. Если вы не смотрели видео о том, как он у меня создавался, можете посмотреть. Ссылочку я обязательно оставлю. В принципе, процесс был, ну, не так, чтобы прям уж совсем легкие, непринужденные, но не слишком сложный. То есть, в принципе, всем по силам, я так думаю. Вот такой вот лапочка у меня получился. Он может сидеть, то есть при желании его можно посадить. Может стоять, достаточно устойчивый он. Вот, в ручке вот такой цветочек и чудесные длинные ушки. Милейший зайчишка от фирмы Креатив Хобби, это наборчик. Довольно давно он у меня уже был так припасен, и вот наконец-то я его сделала, чему очень-очень рада. И я его не планирую никому дарить, ну, по крайней мере, пока у меня такого в планах нет. Пока вот он стоит у меня на столе и меня радует. И теперь о завершенных вышивках, завершенных вышивальных работах. Эту работу, конечно, условно можно отнести к завершенным в октябре месяце, потому что, собственно, сама вышивка была готова еще в сентябре, и в октябре было только оформление. Оформление готовой вышивки вот в такую вот шкатулочку, в подставочку. Это набор от фирмы Hue Crafts, я напомню. Называется он «Шкатулка кролик». По-моему, да, хотя, ну, я не разбираюсь, кролик, зайчик, да, для меня все одно. Вот, очень такая приятная вещица, очаровательная, про нее видео тоже есть, полностью от обзора до оформления, поэтому вообще ссылочки я все оставлю, то есть все, что у меня снято, все какие видео есть на те вышивки, которые я сегодня вам буду показывать, я обязательно на них ссылки оставлю под видео, поэтому проходите, смотрите. И на эту шкатулочку тоже, конечно же, ссылочку оставлю. Очень чудесная вещица. Вообще Hue Crafts радует, откровенно говоря. Очень приятные у них наборчики, и видно, что фирма развивается. Достаточно большая работа, которую я завершила в этом месяце, это воробьиный сычек от фирмы «Золотые ручки». Здесь мне, в принципе, оставалось не так уж много. В предыдущем месяце, когда я вам показывала, да, у меня, по-моему, не было бэкстича на вот этой вот верхней шишечке на растении. И не было, собственно, самого главного героя. Вот это все и появилось. Но главный герой тут как раз самое трудоемкое. Поэтому, в общем-то, времени на него ушло довольно много. Плюс здесь французские узелки, их тоже достаточно большое количество, то есть вот эти вот колосочки, они все сделаны французскими узелками, вот эти вот тоже. Тоже подробное видео с впечатлениями я снимала, рассказывала, пожаловалась там на неидеальность моих французских узелков в этой работе, и, в общем-то, меня все утешили, сказали, что в природе и не бывает идеально. Поэтому все нормально, все пусть так остается, как, в общем-то, задумано природой, можно сказать так. В принципе, работой я действительно очень довольна. Она как-то очень приятно вышивалась. То есть это была моя первая работа от фирмы «Золотые ручки», и мне понравилось, да. Очень как-то все продумано, проработано. Ну, то есть в целом очень приятная работа. И несмотря на то, что здесь много, достаточно много бэкстича, он вышивается довольно легко. То есть есть какие-то моменты, там, когда выполняется там в середину клеточки или
в середину края клеточки, скажем так. Но таких моментов не очень много. То есть в основном все такое счетное, все замечательно выполняется. И даже наличие здесь полукреста в разные стороны делает работу, безусловно, интереснее. Он здесь очень к месту, очень здорово смотрится. То есть, если вы обратите внимание вот на животике, да, у сычика, там вот полукрест в разные стороны, он придает вот именно направление этому оперению. Мне кажется, ну прям, да, без него бы было не так однозначно. Вот такой вот серьезный малыш у меня получился. К сожалению, пока я его оформлять не буду, но надеюсь, когда-нибудь это обязательно случится, время его придет. Еще в этом месяце я завершила работу от фирмы РТО с замечательным котенком, который называется Сны Мурлыки. К сожалению, сейчас у меня эта работа находится в багетной мастерской, и я не могу вам его показать вживую, но я думаю, что буквально сегодня я его заберу. Вот так вот сложилось у меня, что потом мне будет некогда снимать видео, пока вот более-менее у нас светло, хочется снять. Но я думаю, что я заберу котенка и хотя бы вставлю вам готовую фотографию. То есть надеюсь, что сейчас вы уже видите эту готовую работу. Работа оформилась достаточно просто. То есть здесь только багет присутствует, ничего дополнительно, ни паспорту, никаких кантиков, потому что мне не хотелось слишком сильно увеличивать эту работу, потому что я думаю, она будет, скорее всего, стоять на какой-нибудь книжной полке, то есть чтобы вот она вошла все-таки куда-то на книжную полочку. Мне не хотелось сделать ее слишком большой. Поэтому оформление я выбрала такое, достаточно простое, которое на все-таки передний план выводило бы самого котенка. То есть такое не очень броское, наверное, оформление все-таки. Ну, вот такой вот котенок у меня получился. Я хочу снять о нем отдельное видео, так как я даже не выкладывала обзор на этот наборчик, поэтому будет видео полностью от обзора до оформленной работы. Там я подробненько все про него расскажу и про все нюансы, которые были в процессе самой работы, и про оформление тоже кое-что расскажу. Так что надеюсь, что вот в ноябре месяце у меня будет видео об этом котеночке. И теперь небольшие работы, которые у меня начались и закончились, собственно, в октябре месяце. Это вот такой вот очень милый, замечательный филин от фирмы Милхилл. Очаровательный, классный, вот прямо мне нравится. Мне очень нравится в нем подбор цветов ниточек и особенно нравится подбор бисера. То есть я просто тут в восторге от бисера. Видео о нем, опять же, уже было, тоже полностью от обзора до готовой работы, до оформления. В процессе работы я поняла, что я действительно соскучилась по наборчикам от фирмы Милхилл, поэтому, может быть, в ближайшее время будут еще какие-нибудь милхилки. Хотя это будут, скорее всего, какие-то большие милхилки, то есть это вот, которые у них квадратные, там, 13 на 13 или там 14 на 14 сантиметров, точно размеры сейчас не помню. Очень может быть, что я действительно все-таки начну что-то из Милхилл, потому что как-то за вот время работы над вот этим замечательным филином я не успела наиграться с наборчиками Милхилл. Очаровательный шарик от МП студии, новогодний шарик, такой вот синий, из всех четырех я выбрала. Мне он показался самым-самым новогодним почему-то. И, ну, я довольна, я очень им довольна. Тоже он у меня был начат в октябре и в октябре же завершен. Хотя не сказать, что он совсем уж мало времени требует, потому что он двусторонний. Поэтому, в общем-то, вышивать здесь достаточно приличненько. Вот, такие красивые синие переходы. Очень великолепный, очень нарядный праздничный шарик. Подбор бисера мне тоже нравится очень, хотя здесь всего два цвета бисера и один цвет бусин. То есть бусины вот такие жемчужные, красивые. С обратной стороны другой рисунок, что тоже вот, ну, для меня как-то это имеет значение. Либо игрушка двусторонняя и с обеих сторон один рисунок, либо он разный. То есть вот как-то мне больше нравится, когда разный. Ленточка нашлась у меня в запасах, такая вот серебристая, блестящая, тоже, в общем-то, весьма новогодняя. Мне кажется, сейчас прямо такой бум на эти шарики от МП студии, многие их вышивают. У них помимо этой серии новогодних шариков есть еще тоже шарики, но не такие
нарядные, скажем так, они с рисунками, то есть там есть с веточкой рябины, по-моему, да, с птичками, кажется, что-то есть. То есть они такие более спокойные, сдержанные, но тоже очень красивые. А вот эта серия, она именно, ну вот, самая такая нарядная, скажем так, самая новогодняя, потому что, ну, мне кажется, в новогодних игрушках много блеска не бывает. Ну, как-то вот так. И еще одна работа, которая тоже у меня была начата в октябре и завершена в октябре. Вот такой вот плодотворный месяц у меня получился. Это вот такая вот ведьмочка от фирмы Neocraft. Видео о ней было на днях, поэтому очень уж подробно останавливаться не буду. Если вам интересны подробности об оформлении, то посмотрите. Да, оформилась она мне вот в такой пинкип. Канва у меня окрашена здесь плачаем. Такой вот шнурочек подвес полностью оформляет работу. Добавился здесь у меня котик. Ну, в общем, такая чудесная, как мне кажется, ведьмочка у меня получилась. Милая, очень и прелестная. Времени она у меня тоже слишком много не заняла, вышлась довольно быстро. Вот мои готовые работы за месяц, плюс еще котик, который в багетке. Так что получается у нас сколько? 7 готовых работ, если считать вместе зайчиком и шкатулкой. Теперь я вам расскажу о процессах, которые начались в октябре, но все-таки не завершились. Это наборчик от фирмы Hue Crafts. Да, опять я начала набор от фирмы Hue Crafts, но это уже именно вышивка. То есть это не прикладная какая-то вещица, это вышивка. Это вот такие вот мельницы. Здесь размер работы 30,4 на 19 сантиметров. И выполняется она на тонированной канве. 14 каунт канвы в наборчике. И сейчас покажу вам, что у меня вышилось за октябрь месяц. То есть, в принципе, здесь вышивки не так уж много. Вышивается вот эта вот нижняя часть, то есть это полянка. Сами вот эти мельницы вышиваются. И, в общем-то, все. Хотя здесь довольно много бэкстича. То есть, если вы посмотрите, да, довольно много бэкстича. Вот так выглядит тонированная канва. Здесь она у меня, правда, уже зажата в куснапы, поэтому не все видно. Зажата у меня вот так только с двух сторон. Канва, ну, достаточно хорошей жесткости. Она не деревянная, но такая достаточно жесткая. Поэтому с боков я ее даже не зажимаю. Тем более, что особо это ничего не даст, потому что, видите, вот так вот происходит. Поэтому зажимы здесь особо держать все равно не будут. Вот этот текст, который внизу, он тоже напечатан. Его вышивать не надо. И на данный момент у меня вышилась вот такая полянка. Я считаю, что это самое сложное, что есть в этой работе. Хотя, да, я еще забываю о том, что там бэкстич какой-то непростой, похоже. Но здесь действительно, здесь очень много оттенков присутствует. Здесь огромное количество зеленых оттенков. То есть кажется просто зелень с проплениями какими-то там красненькими, желтенькими. На самом деле зелень здесь очень разноцветная. Здесь и блендочки используются, и чистые цвета тоже. То есть их достаточно большое количество. Ну и если посмотреть вот на обложку и на отшитый участок, в принципе, я уже близка к завершению вот этой поляночки вроде бы. И дальше будут мельницы. Мне кажется, мельницы достаточно быстро должны вышиться. Я не стала делать отдельно обзор на эту работу. Думала, что, может быть, покажу вам, когда будет готова где-то половина. Посмотрю, как дальше пойдет. У меня уже обзор снят на самом деле. Но посмотрю, если дальше будет легко вышиваться, может быть, сразу тоже вам покажу уже, опять же, от обзора до готовой работы. А может быть, обзорчик и половину где-нибудь готовой работы. Ну, в общем, посмотрим, как у меня сложится, как дальше дело пойдет. Пока вышивается достаточно легко, несмотря на вот эту вот мешанину. Вот. То есть, в принципе, приятная, очень приятная работа. Еще один процесс, который я начала в этом месяце, я вам не покажу, что у меня должно получиться в итоге, потому что я сама только приблизительно представляю себе, что же у меня должно получиться в итоге, так как это авантюрка. Вот, как вы видите, вот 12 таких чудесных, красивейших снежинок в квадратиках у меня получилось. Это в итоге должен быть шарик,
по принципу квакербола. Я давно очень хотела попробовать шить вот шарик квакербол. И был у меня на эту тему два вопроса. Во-первых, я никак не могла определиться с рисунком, какой бы мне хотелось видеть на этом шарике. Во-вторых, они получаются достаточно крупные, ну, так, сантиметров там 15 где-то в диаметре. Вот. И, в общем-то, не знала я, куда его использовать. Хотя вот желание именно попробовать сделать его у меня уже давно есть. И вот началась такая авантюрка на форуме Stitch Sum, от которой я не смогла отказаться. Во-первых, у меня давно было желание, все-таки мне хочется попробовать это сделать. Во-вторых, там на выбор предлагается делать два таких шарика. Один стандартного размера и второй мини, такой мини-квакербол. Вот этот мини-квакербол такой шовчиковой техники. Ну да, вы, наверное, обратили внимание, да, что снежинки, они такие не крестиком вышиваются. Вот. А второй шарик, который стандартного размера, он в технике хардангер. И, в принципе, мне тоже очень интересно было бы его сделать, но я даже такие красивые ниточки купила для этого хардангера. Я просто в восторге от них. Но, к сожалению, у меня не нашлось подходящей основы для того, чтобы вышивать этот хардангер. Поэтому, возможно, я буду вышивать его позже. Хотя, опять же, не знаю, куда девать большой вот этот шарик. Потому что вот этот, он получится значительно меньше стандартного. Ну, наверное, я не знаю, честно говоря, в диаметре, как это будет выглядеть. Но вот эта вот сторона, если стандартный квадратик, это 4 вот таких вот квадратика. Да? То есть по каждой стороне он будет в 2 раза больше. То есть в целом получается в 4 раза больше, чем вот такой. А здесь у меня квадратики очень маленькие, они 1,5 на 1,5 сантиметра. Вот. Квакербол, он сшивается не только из квадратиков, разумеется, это только один из элементов. Также там будут шестиугольники и восьмиугольники вышиваться, но пока вот только квадратики. Чаще всего в квакерболах все-таки рисунки разные, и на вот этих квадратиках тоже. Но так как здесь будет такой мини-вариант, все-таки мы решили, что не стоит слишком уж делать какую-то пестроту, и пусть вот эти одинаковые квадратики объединяют весь шарик. Посмотрим, что получится. Обязательно я вам тоже расскажу о результате. Ну и может быть еще все-таки, если смогу купить основу подходящую, или когда получится купить основу подходящую, я начну еще все-таки второй шарик в технике хардангер, потому что хардангер меня интересует, я уже как бы его попробовала, но мне хочется еще продолжить как-то эксперименты в этом направлении, поэтому тоже была бы рада сделать такой шарик. Ну и теперь к процессам, которые у меня были начаты давно, какие-то сильно давно, какие-то не очень. И сейчас я вам покажу сумочку. Сумочку от фирмы Matronin Passat. Сумочка Paisley. Вот тоже она у меня вышивается постепенно. Я когда через камеру так смотрю отсюда, мне вообще не видно, где вышито, где не вышито. Ну, почти. Надеюсь, что вам это видно. Застегну, чтобы было удобнее. Вот все вышивается, оно у меня вышивается. Здесь, не знаю, даже как-то, может быть, не очень интересно ее показывать, потому что элементы-то, собственно, одинаковые. Но все равно покажу. В прошлом месяце у меня было вышито меньше половины. В этом, мне кажется, я могу уже сказать, что у меня где-то 2/3 готово. Это я говорю только про одну сторону, потому что вторую сторону я еще не вышивала совсем. Вот, поэтому пока речь об этой стороне. В этом месяце у меня здесь добавились элементы, которые вот в центре идут, вот тут вот. И я уже прошлась по низу. Сейчас попробую вам показать. Вот, я уже прошлась по низу, и вот эти все нижние элементики я вышила, которые со швом соприкасаются, и вот здесь даже заползла на вторую сторону. Чуток, совсем чуток. Вот, так вот, и теперь мне осталось вышить, ну, вот этот вот кусочек. То есть вот, здесь тоже получается часть неполных будет элементов сбоку, и вот это вот полные элементики.
Не слишком быстро она у меня идет, не так быстро, как хотелось бы, наверное. Но у меня с бисером, во-первых, всегда так, у меня как-то вот не получается очень быстро уж пришивать бисер. К тому же здесь, так как сумка у меня не закреплена никаким образом, вышиваю я ее на руках. С одной стороны, это удобно, с другой стороны, меня здесь, знаете, больше всего, что, наверное, напрягает, то, что ее постоянно приходится крутить. Так как элементы вот эти, они почти все здесь круговые, получается, что только вот как-то приспособишься, настроишься, вот как удобно, да, вот вышивать рукой в каком направлении, только вот все хорошо у тебя, и тут уже нужно ее опять поворачивать и опять как-то перестраиваться. Опять как-то приспосабливаться. То есть вот этот момент, наверное, самый для меня такой сложный оказался. Меня просили поподробнее рассказать об этой сумочке. В Инстаграме спрашивали про какие-то нюансы. Ну, во-первых, если вы не видели, то у меня есть обзор на эту сумку, и там как раз начало. То есть там, в общем-то, впечатления достаточно у меня яркие первые оказались, очень неоднозначные. Поэтому можете посмотреть. На данный момент... В принципе, мне нравится результат, мне нравится то, что получается, это да, это безусловно. Но какие моменты? Во-первых, бисер, да, нехватка именно бисера, то есть я уже докупила 3 цвета бисера, 2 из них я уже начала использовать. Ну, там еще оставалось немножко того, который был вложен в набор, но я решила, пусть он лучше перемешается все-таки. И, в общем-то, очень похожий бисер мне получилось купить. Прям близкий, очень близкий, поэтому мне кажется, что смотрится все гармонично, то есть не видно, где был бисер из набора, где дополнительно купленный бисер, то есть здесь все в этом плане хорошо получается, я довольна. Поэтому, в общем-то, меня это не особо расстраивает, главное, что я смогла найти подходящий бисер. Третий бисер, который я купила, я пока еще использовать не начала. Но думаю, что это время придет, все-таки не зря я его купила. А один из купленных, его не хватит, то есть я купила всего небольшой пакетик 5 грамм, потому что, опять же, боялась, насколько он подойдет, не подойдет, да, и решила, что сначала я посмотрю, насколько он будет подходящим, если он действительно хорошо подходит, тогда куплю еще. И его точно надо будет покупать еще, потому что здесь его, получается, достаточно много используется. Это речь... Сейчас я вам покажу. Это речь вот об этом сиреневом бисере. То есть вот красная бусинка, потом такой розоватый бисер идет, а потом сиреневый. Вот он сиреневый, он используется здесь в кружочках, он используется вот в этих элементах, и еще он используется вот в этих круглых элементах. Поэтому достаточно получается много его здесь присутствует, и докупать его еще придется. Я не знаю, возможно, я неправильно определила, опять же, какой где бисер пришивается. Но это было сложно сделать, собственно говоря, поэтому, может быть, действительно, я и не права. Но уже как есть, так есть, поэтому я уже просто буду докупать тот бисер, который необходим. В плане, ну, работы над этой сумочкой, я думаю, что да, она мне вышьется постепенно, но было бы здорово, если бы в ноябре у меня получилось зашить эту сторону. Это прям было бы очень здорово. Следующий процессик, который я хочу вам показать, это ковровая техника, это коврик, собственно, коврик с бабочкой от фирмы Panna. Вот такой вот коврик, он такой классный получается. Напомню вам, что должно получиться. Вот такая вот бабочка должна получиться у меня. Такой вот он овальной формы коврик. В прошлый раз, когда я вам показывала, у меня было вышито вот, ну, сделано где-то вот по границе вот этой желтой серединки ромашки, то есть вот так примерно получается половина, если по высоте смотреть. Вот, и добавился вот у меня такой приличный кусочек, это уже начинаются крылья бабочки с этой стороны, и по центру уже видны ее усики. Очень мне нравится результат, нравится, как получается. Этот процесс для меня является полноценной такой отдыхалочкой. Вот, в принципе, я это вышивала совсем недолго, вот ту часть, которую я вышила. Я, честно говоря, сейчас опять уже не вспомню, то ли день, то ли два я как-то уделила внимание этому набору в этом месяце. Вот не могу вспомнить.
Опять забываю я записывать, вот это вот считать, чего, сколько дней у меня вышивается. Как-то так всего много, и путаюсь я, в общем. Не могу в этом смысле как-то себя организовать. Не знаю. Такая вот я неорганизованная в плане подсчетов. Но результат мне, правда, очень нравится. Вы знаете, в чем здесь прелесть именно вот пановских наборов на данный момент? Что я могу сказать? Яркое отличие пановских наборов от Вервакка и особенно от китайских. Это плотность. Более пушистый какой-то. Или вот, ну, даже не знаю, как выразиться. Но здесь вот сами вот эти ниточки, они более плотно прилегают друг к другу. И за счет этого создается такая вот поверхность. Ну, без всяких проплешинок, что у меня бывало в китайских наборах, да. Ну и здесь, конечно же, большее количество цветов, чем в китайских наборах и чем в Вервака, по-моему, тоже. Вот, поэтому рисунок получается красивый, очень мне нравится. Еще один пункт плана, который я выполнила в месяце октябре, наконец-то я его выполнила, это я дошила покровку до середины. Ну, даже чуть больше на самом деле, потому что здесь у меня вышито чуть, ну, выше я как бы шла за середину. То есть середина, сейчас точно не скажу, но где-то, наверное, вот здесь примерно находится. Я как бы чуть уже ушла за середину. Я вышила бэкстич, сделала бэкстич на вышитой части полностью, то есть на лошадках, на вот тех вот дамочках, фонарики, на вот этой вот дверке тоже. То есть полностью весь бэкстич, который можно было сделать, я сделала. И вот здесь я тоже с этой стороны сняла куснапы. У меня было вот так вот зажато. Но сейчас сняла, чтобы вам показать вот полностью вот в таком формате. То есть это полная уже ширина покровки. Теперь осталось только вверх. Там небо, здание, деревья есть. Но в целом я уверена, что там будет вышиваться проще. Наверное, самое сложное, что там осталось, это деревья. Ну, на данный момент мне так кажется. Остальное будет все-таки гораздо проще вышиваться. Очень я здесь утомилась с бэкстичем. Прямо очень. Здесь он такой непростой. Вот знаете, вообще этот дизайн, вот у меня такое впечатление, что когда дизайнер создавал, разрабатывал этот набор, такие мысли у него были, ну, хотите посложнее, а справитесь ли вы вот с этим? Вот как-то так, вот какой-то вызов вот на самом деле, потому что и в самой мостовой все это непросто, и вот эти вот странные бленды, когда нижний полукрест вышивается одним цветом, верхний другим. Честно говоря, я так и не поняла смысла, вот по крайней мере, в мостовой, где этот используется вот такой бленд, я не поняла смысла. Я сделала как нужно, но вот не уловила, как бы, все-таки, где там вот эта вот прелесть какая-то особенная. И бэкстич. Бэкстич здесь просто убийственный, учитывая то, что это канва. Это 16-я канва, то есть это не слишком крупная канва. Но здесь бэк в одном крестике, два стежка бэка, это нормально. То есть здесь он встречается достаточно часто. Допустим, делаем из нижней середины крестика вверх на пол стежка, и потом из этой вот самой серединки крестика по диагонали еще пол стежка. То есть здесь вот это вот встречается достаточно часто. Не знаю, опять же, вот мне кажется, что вот эти вот такие махонькие стежки бэкстича, они где кое-где проваливаются и не очень заметно. Где-то это же делала два стежка, чтобы, ну, как-то не зря все это было. Вот, но получается красиво. Вот здесь как бы все-таки результат есть. Но я вот правда, пока вышивала бэкстич, я думала, ну зачем? Вот зачем здесь вот все это настолько? Как будто специально он идет не по клеточкам. Вот здесь бэк по клеточкам, это прям радость какая-то. Вот, высказалась немножечко, наверное, мне полегчало. Ну, да, результат, безусловно, конечно, красивый. Этим я довольна, ничего сказать не могу. Ну и надеюсь, что дальше у меня пойдет лучше, быстрее, веселее. Очень мне хотелось бы в это верить. Ну и опять же, в прошлом месяце я планировала
мне очень хотелось полышевать вот этот вот осенний вечер от фирмы «Золотое руно». Я его повышивала. Здесь работа движется не очень быстро. Я вышивала несколько вечеров, наверное, вечера 4 где-то я посвятила ему. Но, тем не менее, продвижение не так, чтобы уж сильно большие. Вышилась у меня, наверное, где-то вот эта вот часть. Примерно. Точно не помню сейчас, сколько у меня было, когда я вам показывала в прошлый раз, но мне кажется, примерно так. Здесь, в принципе, не так уж много осталось, чтобы дотянуться до правого края. Очень мне хочется это сделать. Ну и, в общем-то, так как я вышиваю вот этот вот такой половинчатый лист, здесь вот у меня, видите, вот здесь вот у меня он заканчивается. Так как у меня первоначальной целью является вышить этот лист, соответственно, я дотянусь до края. Вот тут прикинула, у меня немножко канва получается подвернута чуть-чуть многовато. Но вот не знаю, получится ли у меня вышить, не перетягивая канву. Не хотелось бы этим заниматься, конечно. То есть вот так я вам показываю целиком работу, да, и вот как раз к этому вот краю я стремлюсь. То есть как раз где вот подогнутая канва начинается. Вот. Да, эта работа, похоже, тоже обещает быть не быстрой, к сожалению. Как-то вот у меня сейчас больше тянет на, видимо, какие-то маленькие работы. Ну, красиво сейчас, конечно, здорово, что идут вот эти яркие оранжевые такие осенние ниточки. Это мне очень-очень нравится. В общем-то, занимаюсь им с удовольствием. Ну, вот и все, что я вам хотела, пожалуй, рассказать. Я в этом месяце собой очень-очень довольна, прям горжусь собой. Выполнила все, что запланировала. И поэтому хочется построить некоторые планы на следующий месяц. Но следующий месяц у нас уже ноябрь, поэтому Новый год, близится Новый год, поэтому, безусловно, будут уже новогодние какие-то процессы, большие, маленькие, больше маленьких, наверное, ну, так как Новый год, игрушки и все такое. Вот, поэтому я вам уже показывала часть наборчиков новогодних, которые, ну, два точнее говоря, которые ко мне уже пришли. Это набор от фирмы Dimensions с новогодними игрушками со снеговиками. И наборчик фетровый с пингвинчиками, тоже с новогодними. Поэтому их я планирую начать в ноябре обязательно. Также ко мне приехала еще одна посылочка, видео о которой будет в ближайшем будущем. Там тоже есть новогодние наборчики. Есть небольшие, правда, они тоже наборчики. Вот. Но я думаю, что будет интересно сделать это из новиночек кое-что. От фирмы ЛКС маленький наборчик и от фирмы Зингана. Хочу я попробовать тоже эту фирму. Есть еще один наборчик от Неокрафт, тоже зимний, новогодний, но не знаю. Ну, в общем, я вам все покажу в посылочке, когда буду показывать, расскажу и поделюсь какими-то планами в отношении того, что ко мне приехало. Также, так как у нас продолжается совместный проект «Такие разные совы», Воробьиного сычика я уже завершила, поэтому я, наверное, начну еще какую-нибудь сову. Но еще пока не определилась, что же это будет за сова, так как у меня, в общем-то, она не одна. Поэтому будем выбирать. Вот. Из того, что начато, мне бы хотелось, наверное, закончить, может быть, маяк. Ну, как-то вот по ощущениям, там вроде бы не так уж много вышивать. Поэтому, ну, есть такая вот надежда, что возможно завершить его в ноябре. Не знаю, получится ли это, но хотелось бы. Потом хотелось бы завершить одну сторону сумочки. Очень надеюсь, что, может быть, я успею сделать этот маленький квакербол, хотя, не знаю, может быть, и не успею. Еще как будут там схемки тоже отрисовываться, пока не знаю. Вот. Коврик тоже надо продвинуть хотя бы до половины. Где-то так примерно. Вот. Это такие вот планы на этот месяц. По поводу больших моих процессов, в этом месяце я не затронула ночной город. И не знаю, буду ли я его вышивать в следующем месяце. Потому что хочу продолжить осенний вечер. Здорово было бы закончить вот этот маленький лист и дотянуться до правой стороны. И очень хочу повышивать еще покровку, потому что покровка у меня уже растянулась на невообразимое длинное время. Это самый длинный на данный момент мой процесс, самая длинная работа.
У меня, я тут посмотрела, я ее начала в феврале 2016 года. То есть в феврале 2018 будет 2 года в работе, и я бы очень хотела, просто очень бы хотела к этому моменту завершить покровку. Это примерно 4 месяца, да, у нас получается до конца февраля. Ну вот не знаю, реально ли за 4 месяца для меня будет завершить покровку или нет, потому что, естественно, будет еще много нового, много интересного, много проектов, которые будут меня, безусловно, отвлекать, но очень хотелось бы, и поэтому все-таки упор у меня, из больших моих работ, у меня будет упор на покровку, наверное, так. Вот, о планах я вам маленько рассказала. За октябрь все показала. Надеюсь, что вам было интересно. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, что вы хотели бы увидеть. В первую очередь, может быть, какие-то процессы, которые вам очень хочется увидеть, а я и не начинаю даже. Ну, то есть вы же знаете примерно, что у меня приходит в посылочках, я же все показываю, вот, в закромах, там у меня видео когда-то было в моих закромах. Может быть, я о чем-то вообще уже забыла, а вам бы хотелось увидеть. И, может, своим комментарием, каким-то запросом вы сподвигнете меня на то, чтобы начать что-нибудь. Хотя, не знаю. Планы, они такие быстро меняющиеся на самом деле. Я с ужасом некоторым думаю, что скоро уже завершение года. А я же записывала видео с планами на 2017 год, которые у меня вообще... Нет, ну кое-что из них выполнилось, конечно, вот. Но, честно говоря, даже боюсь сама пересматривать это видео, чтобы сопоставить, что я сделала, что я не сделала, потому что, по моим ощущениям, я очень многое не сделала, вот. А год-то он уже заканчивается, поэтому сильно уж надолго планировать оказывается сложно. На месяц еще куда ни шло, может быть, можно как-то что-то запланировать. А вот на год это, не знаю, я даже не знаю, буду ли я снимать свои планы на 2018 год. Кстати, да, тоже напишите, вам бы хотелось, чтобы я сняла свои планы на 2018 год, или не стоит все-таки этим заниматься, планированием. Ну вот, пожалуй, на сегодня и все. Надеюсь, что вам было со мной интересно. Увидимся в следующем видео. Всего доброго.